сказала, я чуть не упала. Что именно? Слушай, на машину, у них зарплата 30 тысяч. Смешно, да, вообще? Да. Вот. Мы сошли с маршрута. Я вот о чем. Ну, в любом случае, туда выедем. Вот это-то. Ну, и там по инвалидности же еще 15 тысяч платят. Ну, 45, слушай, да, у него зарплата, он работает тут только вот месяц не работает еще. Просто какой смысл в кредит брать? Вот, я и то же самое говорю, понимаешь, Ирю, вот, кредит как бы. Круто, поверните налево. Твой быстрее нашел, мой что-то тупит. Все, поезд GPS. Понятно. А метро у него. Это номер людей, которые прикопали прямо в упряжках. Совсем слабых. Мы укладывали на нарты. А вместо них впрягались и двигались вперед. В 1932 году группа Ушакова благополучно вернулась на Большую Землю. А газеты всего мира назвали его экспедицию крупнейшим географическим открытием 20 века в освоении Арктики. Точная карта Северной Земли позволила осуществить первое в мире сплошное плавание по Северному морскому пути. Летом 1932 года советский ледокол «Сибиряков» совершил уникальный переход из Белого моря на Берег залива всего лишь за навигацию. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки». Продолжаем. Через 150 метров поверните налево. Федор Петрович Дрин. Экспертом сдал экзамен в Москву. О, вообще пустыри были, смотри, какие-то ангары тут пустые. 19 лет наш Любе Камчатка под командованием капитана Головнина обошел вокруг света. А в 20 хороший зеленый. Ригал новые земли, проводил гидрографические исследования. Поверните налево. Он написал много новых географических объектов на островах Новозеленского архипелага. На карты появились залив Траверзе. Кадристка Лилия, это ей сколько, 41 будет через неделю? А, ну, у нее варианты только вот такой и вот это вот ПГД, да, при этом конституционная подготовка. Я говорю, а что ты сидишь? Что ты ждешь? Не знаю, сейчас у нее, короче, там проблемы начались. Ну, у нее, после того, как она родила, начались проблемы, потому что беременность была же очень проблемной. А она мне говорит,
я не знаю, что делать. Блин, надо к гинекологу идти, тебе по-любому, они сейчас на полгода, они тебя будут лечить, это минимум. Я говорю, тебе до 44-то надо сделать. Она говорит, да, куда идти? Ну, ты хотя бы с любого начни. Я говорю, сходи, вот, я говорю, как я говорю, вошла в две клиники, ну, там 1000 консультаций, я говорю, ну, я хотя бы, знаешь, это, два мнения выслушала, я говорю, примерно сходит, я говорю, мне лечение написали, я говорю, ну, как бы, знаешь, я говорю, это вообще недорого. А у нее подружка гинеколог, она с ней-то, короче, там тема такая, у нее же ребенок умер. Было судебное разбирательство, ну как, не судебное, вскрытие там, да, они затребовали все выписки, историю болезни. Она ее вела амбулаторно, ну, в поликлинике, да, ну вот как Маша написала там, у нее затребовали эту историю болезни. И она ей сказала, знаешь что, написала ей, если ты типа забеременеешь, вот я не хотела типа тебя вести, ты ко мне не обращайся, потому что мне, ну типа... Еще, значит, это, ну, писать там, ну, там же надо писать отписки, да, ну, как бы краткую выписку. Я говорю, Лиль, ну, а какая разница, ну, была бы не ты, а Маша Иванова с таким диагнозом. Какая разница? Или, ну, как бы дело-то вообще тут, ну, я говорю, что за херня-то, я говорю, ну, не ходи к ним больше, если, я говорю, если она видит, что ты проблемно отказалась бы от тебя, я говорю, зачем? Ну, как бы, я же тоже от некоторых отказываюсь, идите к другим, я говорю, я не справляюсь, я говорю, а что такого-то? Она говорит, мы типа с ней там 10 лет дружили из серии, она вот мне типа такую смс-ку написала. Я говорю, ну, все, до свидания. Что показывает прямо? А мой показывает? Сильное волнение сбросило брик с камней. А мой тоже прямо. Тут, как и во всех подобных случаях, Литке выказал необычайную энергию. При его личном участии корабельные плотники принялись укреплять руль. Кому известно хлопотливость и трудность этого дела даже в тихую погоду, что за собой? Тот легко поймет, чего это стоило. А муж ее, знаешь, что выдал? А у него, короче, отца не было, мать воспитывала. Тогда взялись за исправление. А у Лили же, ну, у него семья реально хорошая, там мать, отец, они такие, ну, нормальные люди, да. Вот. И он, знаешь, ну, вообще там обрел семью из серии, да, первый раз в жизни. И он говорит, я, наверное, это, если твой папа не против, фамилию твою возьму. Прикинь! У каждого свои причуды, да, все. Да. Я говорю, а у него что, какая-то фамилия стрёмная? Ну, она говорит, да нет, там назвала какую-то из серии. Какой-то Каширских или что-то, я говорю, а нахрена ему это надо? А он говорит, ты знаешь, говорит, я, ну, не знаю, говорит, ну, как-то вот, вот так вот он, типа. Thank you.
по пояс в ледяной воде. Пусть и правда что продавать? Что? Я не знаю, я-то вы там вообще это... Пиво нет, пиво это бред. Ты знаешь, это все хорошо, когда вот ты под черным флагом и не боишься этого всего. На пиво лицензия надо сейчас. Там определенные требования, ты не можешь слабое пиво продавать, как у вас. Должен быть магазин стационарный. Денег не было нанимать, он там уже кредит взял на квартиру.